Это видео содержит хоррор. Пожалуйста, уберите детей не старше 4 года. И еще послушайте эти правила. Бла-бла-бла-бла-бла. Всем привет, и мы играем в Лунтика Икс. Да, ничего тупее я не придумал. Ну, так что давайте мы начнем. Я еще не знаю, что тут делать. Давайте играть. Эх, какой прекрасный ребенок. Пойду позову Лунтика гулять. Странно, Лунтика дома нет. Куда же он мог пропасть? Странно. Задание, найдите Лунтика, подсказка. На текст вверх, братика. Ага. Куда это я попал? Действительно, куда? В лес ты попал. Тупой. Так, ну ладно. Как прыгать? Можно прыгать? Как прыгать? А, вот. Вот как прыгать. Я же попрыгунчик. Сраный дискорд. Сейчас я его закрою. Где мой телефон? Мне еще видос про школу записывать. Ой, господи, ла, ты чё, охренел? А, красивый лунтик. Ты чё, дубина? Засранец! Я обосрался, ты чё? Засранец. Давай, прыгай. Нет, 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 он сейчас догонит нас. Фух, еле убежал. Что-то Луник сегодня какой-то странный. Пойду поищу Милу. Да иди кого хочешь, ищи. Я обосрался из-за твоей игры, сраный. Ой, господи, главное это пережить. Привет, Мила. Я сегодня Лунтика видел. Хотя я даже не знаю, Лунтик это был не Лунтик. У него были кровавые глаза. Да. Привет, Кузя. Может, тебе показалось? Ага, показалось. Я что, кажется... Да, я каждый день вижу людей с классными глазами. Нет, мне не показалось. Еще у него из рта шла кровь. Я испугался и начал бежать. Пошли его поищем. Наверняка тебе все-таки показалось. Лунтик же добрый. Ага, добрый. Да. Вот ты что будешь делать? Человек из крови... Кровь у него течет изо рта, из носа, из глаз. Ты что скажешь? Ой, мне показалось, он человека режет. Да, мне показалось. Что нам делать? Ты чё, и что это такое? Что это за прыжок такой? Это что такое? Ты что, прыгать не умеешь? Ой. Привет, Лунтик. Привет, Кузя. Что с тобой? Кузя говорит, что ты был весь в крови, и глаза у тебя были красные. Правильно, Кузя говорит. Сейчас вы будете видеть, как я. Вы думаете, что вы сможете найти настоящего Лунтика? Нет, вы ошибаетесь. Мы его не сможем найти. Он мертв, и вы уже его никогда не найдете. Да, простите. Это что такое? А, убегаем отсюда. Убегай! А, точно. Мила, ты тупая, давай, прыгай. Мила, ты тупая, прыгай, давай. А, тут шипы! Следим за шипами. Да как? А, подожди, сдохни. Все. Теперь меньше шансов, что его у нас догонит. Шипы, они не догоняют. Да, Мила, ты тупая! Да ё. Давай, убегай! Убегай! О! Пум-пум-пум! Да, бля, их не замечаю, они сливаются с полем! Так, они сейчас будут, да, вот они. Потом они сейчас опять будут. Да, опять. Мила, не тупи. О. Блин, надо скорее убегать отсюда, а то вдруг опять Луника встретим. Да уж, надо еще сообщить пчеленку, чтобы он Лунтику не попался. Не попадется. Он ж не такой дебил, как Мила. Кузя, куда мы попали? Я этого места никогда не видела. Действительно. Пчеленок, вдруг его Лунтик поймает. Действительно, куда ты попала? Ты не видишь, что это камни? Надо скорее бежать отсюда. Я что-то не хочу оставаться здесь. Так, понятно. Будем вот так.
Кузя сдох, потому что он допрыгался. Так, куда нам сюда? Мила сдохла, потому что она просто упала. Мила, ты дура. Так, а можно, можно же вот так. Что ли с ней вот так, как будто мы не вместе? Оп, и она не... Ой, ой, тихо, нет! Мила сдохла, потому что она просто упала. Действительно. Да ё. Вот так соединимся нормально. Давай, давай, ты сможешь, Мила. Так, а как теперь нам соединиться с тобой? Да я упал, мне не нажался пробел. Ой, я перепутал кнопки. Вот это сложно сейчас будет. Да Мила упала, она просто упала. Мила, ты меня бесишь. Ой. Дверь закрытая. Да ты меня заколебала, ты нормально прыгнешь? А, я знаю как, смотрите. Сейчас мы сдохнем. Ну как-то что ли надо вот так сделать? Как вот так? Ну чтобы она впереди меня шла. Во, как-то вот так. Во-во. То есть мы прыгнем вот так. А, нет, не получится. То есть надо еще так как-то вот так прыгнуть. То, вот так прыгнуть. Она меня заколебала, вот правда. Она будет здесь. А, сейчас Мила-то упадет. Я прошел, господи. Так, вниз. Вверх. О! Давай! Куда? Тихо! Ты чё? Смерти хочешь? Да, ё-моё. Вот это проблема сейчас будет. Запрыгнуть. Чтобы это Мила сдохла. О, вон, нормас, нормас. Да, Мила просто... Мила сдохла, потому что она просто чем-то чего-то коснулась. Это всего касайся, ты меня уже задрала. Оп, молодец. Так, можешь же прыгнуть нормально? О, теперь наверх. О. Мила, да ёп... Мопсель. Нам наверх сейчас из-за тебя. Мила! Тихо, не падать. О! Подписываемся на вот этот... Ну, подписываемся на мой канал, еще на один каналчик. А сейчас я хочу порекламировать вам канал Кирилл Плей Ужасы. Он снимает хорроры на компьютере и на телефоне. У него может выходить видео в таком формате. Это она. Можно сказать, что это видео даже хорошо засняло. Раз! Не получится у тебя, Мымра. Я не знаю, плохое это слово, поэтому я пошел дальше. И в таком формате. Эх, жалко. В следующем выпуске я хочу снять про первую часть. Можно сказать, он тоже записывал про Лунтика X. Я 100%. Да. Это что, самый сильный пульт? Он еще снимает шортс. Шортс, который мне понравился, это вот этот шортс.
Короче, подписывайтесь на этот канал. Ссылка в описании. Просто упала, действительно. Почему? Вот, что это такое? Вот, нормас. Вот сейчас опять полетела вот эта проблема. Да ты меня задрал. Продолжаем. Как туда дальше? Прям крючки спускаемся. Опачки, мимо. Тихо. Да тихо, Мия. Мил, ты какая-то неповоротливая. Все время куда-то падаешь. Давай ты тут постоишь, согласен. А я включу ключ, и потом к тебе приду. Ну ладно, Кузя, только ты быстро давай, хорошо? А то я не хочу тут одна стоять. Ну и что здесь? Хотел просто проспидранить, и не получилось. Странная эта кнопка. Странная кнопка. Давай. Так, прыгаем. Твоё, как ты упала-то? Да ты меня весь смел, тупа. Там ты в канаве топилась. Что это такое? Да ты меня заколебала! Ай, привет! Мила тупая. Ты даже прыгнуть нормально не может. Кто ей такой прыжок сделал? Какой дебил сделал ей такой прыжок? Да она не допрыгивает. Ты меня бесишь. Вот как сделать, чтобы ты нормально прыгнула? Вот, наконец. Только хотел сказать наконец. Давай ты впереди пойдешь. В чем смысл вообще? Да в смысле, она касается всем. У нее пикселик заденется, она сдохнет. Потому что она просто катнулась. Наконец-то! Не, да еще! Еще этот ад проходить. Оп, оп, оп. Вообще насрать на эту Милу. Бросим ее здесь вообще. О нет, на улице уже стемнело. И опять какой-то странный лес. Кузя, мне очень страшно. Пошли быстрее отсюда. Мила, мне тоже очень страшно. Но это не самое главное. Самое главное, это сбежать отсюда и выжить. Мне кажется, здесь, наверное, и живет Лунти Гикс. Еще, кстати, надо найти пчеленка. Хотя есть вероятность, что мы уже опоздали. Да, ну, опоздали. Ладно, пошли, только очень тихо. Да, мы опоздали. Мы опоздали, да. Этого. Мила, быстрее беги, там этот лунтик сзади идет. Подсказка, здесь есть невидимая стена. Сделайте так, чтобы Кузя и Мила были максимально близко друг к другу. Ой, еще этот ад проходить. Ха, упёрся. Все, он вроде ушел. Да, он ушел, понятно. Ой, что это за дом? Надеюсь, там нет лунтика.
нету. Не знаю, наверное, это заброшенный дом. Но надеюсь, ты не будешь ночевать на улице в таком страшном лесу. Поэтому пошли в этот дом. У нас нет выбора. Да. Если б я там один был, я бы вообще сюда не пошел. Да, идите, ищите теперь ночевать. Лежите на кровать, чтобы лечь спать. Олег, где спать? Ой, опять мурашки. Страшно, что какой-нибудь скример сейчас выскочит. На, спустя 100 лет, 5 часов. Мишура. Это кто? Кто это? Ку-ку! Кузя, кто это стучится? Наверное, снова этот лунтик. Да пошел в жопу этот лунтик. Так, и что? Ой, ой, как страшно. Пчеленок! Пчеленок, не ожидали мы тебя тут увидеть. А как ты здесь оказался? Да иди ты нахрен, пчеленок, господь, прости. Привет, Мила, да я вышел на поляну, а вас нету. Потом на поляну. Я вас, куда ты никуда зашел. И, кстати, вы не видели Лунтика? А то он уже второй день не выходит на улицу. Я обосрался, потому что сейчас выйду скример. И слава богу, что он не выходит на улицу. Он уже за нами гнался раза 4 где-то. А что с ним? Лучше тебе не знать. Он уже не Лунтик, а какой-то монстр, который хочет нас всех убить. Кузя, расскажи, как все было. Ну, в общем, вот как все было. Я утром решил выйти на поляну погулять. И потом не захотелось позвать Лунтика. А зачем говорить, я утром решил погулять? Ладно, сказал бы, я пошел позвать Лунтика. Когда я пришел к Лунтику домой и спросил бабы Капы, а Лунтик сегодня дома? То она мне сказала, что Лунтик где-то там уже гуляет. И я пошел искать его. Но я случайно куда-то не туда зашел и потерялся. И когда я ходил по лесу, то я встретил Лунтика, но немножечко другого. Немножечко, прям на пикселике другого, вот прям немножечко, не другого, ага. И когда он меня увидел, то он сразу начал за мной гнаться. После того, как я от него еле-еле убежал, то я сначала ничего не понял, что вообще случилось. Ну а потом я пошел к Миле, чтобы ей это все рассказать. Да. Понятно все. Может, Лунтик вчера варенье переел, и поэтому он такой страшный, весь в варенье, ой, то есть в крови. Если б я варенье переел, у меня не такое было, у меня б жопа слиплась нахрен. А то я к нему 2 дня назад заходил, и он там варенье ел, и не мог оторваться. Пчеленок, на самом деле это не смешно, это не какое-то там варенье, а это самый настоящий убийца. Потому что когда мы с Кузей пытались выбраться из подземелья, то там лежал... Трупа не видели, Лунтика, да. И что это за смех был? Мила, Кузя, пчеленок услышали какие-то страшные звуки. Ага. Что это за смех сейчас был? Пчеленок, это случайно не ты? Ага, пчеленок! Пчеленок заржал каким-то голосом какого-то деда, что ли. Ага. Да. Нет, это точно не я. У меня не такой смех. Может быть, это тот Лунтик Кикс? Да! Ааа! Иди ты нахрен! Засранец! Беги, написали, кстати. Фух, пронесло. Лунтик действительно стал какой-то страшный. Мила, Кузя, надо убегать отсюда. А как же гусеницы? Надо их тоже предупредить или сказать им, чтобы они пошли с нами. Ты что, хочешь обратно пойти через подземелье и вернуться в нашу поляну? Вдруг нас снова Лунтик их споймает? Да нет, мы откуда сейчас пойдем прямо. Если мы их встретим, то мы им все расскажем. А, ну хорошо. Ладно, пойдемте. Нам нужно бежать из этого места. Подождите, может нам найти какое-то оружие, потому что если мы его не убьем, то он может убить нас. Это что за вилки там сейчас бились? И так будет продолжаться бесконечно. Лунтик потом может убить всех остальных, поэтому это надо как-то остановить. Так, что выбирать? Найти оружие, убить Лунтика и сбежать из леса. Ну может Лунтика сбежать. Не, лучше убить Лунтика. Давайте тогда сходим к Корнею Корнеевичу и спросим у него. Так, а куда нам идти? Вперед.
А мы Лунтика не встретим? Мне это не хочется. Нора. Здравствуйте, Корней Корнеевич. Здравствуйте, ребята. Зачем пришли ко мне? Корней Корнеевич, а у вас случайно нет каких-нибудь оружий? Кузя, у меня есть только игрушечные. А зачем вам? Лунтик почему-то решил стать убийцей, и он за нами гнался уже 5 раз. Чуть нас всех не поймал. Так, стоп, какой убийцей? Что вы говорите? Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать, что там за Лунтика вы встретили? Лучше не выходите на поверхность, потому что это правда. Лунтик почему-то хочет всех нас убить, и даже непонятно за что. Я когда встретил Лунтика, то он был очень страшный, был весь в крови, и глаза у него были красные. Поэтому Кузя предложил просто взять и пристрелить Лунтика, так как наш добрый Лунтик уже мертв. Потому что если мы не убьем Лунтика, то он рано или поздно убьет нас всех. Не может быть такого. То есть получается, тот Лунтик, о котором вы говорили, это другой Лунтик? Да. Да, его еще зовут Лунтик Икс. Откуда вы знаете, что его Лунтик Икс? Буду теперь знать. И да, кстати, оружие можете взять у меня в кладовке. Идите прямо, и там будет большая дверь посередине. Хорошо, спасибо, Корней Корнеевич. Какой текст, какой тут диалог длинный, господи. Так. Так. Вперед идем. Оружка. Нифига себе. Какие тут места большие. Все, оружие мы взяли, теперь надо его наконец прикончить. Кузя, а что нам делать? Вы будете убегать от Лунтика впереди меня, а я буду сзади вас. А, ну хорошо. Ну что, все готовы? Да. Да, готов. Ну, пошли. Смотрим под ноги, главное, чтобы шипов не было. Бля-б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 ля. Да что ты так пугаешь? А, да, я же забыл, ты же убийца, монстр, вот и всех пугаешь. Ну что, супер страшный Лунтик Икс, готов сразиться? Знаешь, Кузя, давай мы, наверное, сразу побежим, а то... Финальная погоня, надо тебе сейчас вызубить Лунтик. Ты просто только что выбрался убегать от него, бла-бла-бла-бла. Вот реально на пробел, если до конца у него убив Лунтика. Икс, ты его знаешь заново. Вот это вот это бла 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 бла. Понял. А, понял. Музон какой классный. Игра ко... ЧЕГО?! А. Да, а как? Стоп, я не понял, а как там-то? Да понял. Кузя, ёпта шу мать, куда ты?
Молодец, Кузя, сам выжил, а друзей бросил. Чего? Да я почти его убил. Подожди, нам надо сдохнуть, сейчас зажать и это. Пчеленок, ёп. Игра кончена, ты перепрыгнул через луночку. Сейчас я сдохну, зажимаем. Все, полетели! Ой, тут этот. Так. О, прошел. У меня сейчас сообщение, это странно. Ура, мы наконец убили Лунтика Икс. Теперь уже он никого не убьет. Фух, еле получилось. Теперь надо всем рассказать, что Лунтика Икс больше нет. После того, как Кузя убил Лунтика Икс, он спас весь мир от убийцы. И все стали жить спокойно и счастливо. Конец, ты прошел игру на хорошую концовку. Так, ну, всем спасибо. Опа. Кузя и Мила. Выбор в путь, давайте выберем. Нет, Кузя, где мы возьмем оружие? Ну, может быть, у Корнея Корнеевича есть? Нет, Кузя, мы еще не совсем взрослые, чтобы пользоваться оружием. Давайте лучше просто убежим из этого леса. Интересно, это плохая концовка будет? Ёршики какие-то в Дискорде. Это сервера тупые. Спустя 5 часов. Так и где мы? О нет, мы снова заблудились. Ладно, нам нужно найти снова место, где можно переночевать. А то ночью ходить не совсем безопасно. Так идем. Идеальная обрезка пчеленка. Какой-то Dead Inside. Кровать, чтобы не спать. Утро! Три выстрела. Легенда туалета в школе. Все мертвые. А, так и знал. Так и знал. Так, ты прошел игру на плохую концовку. Ну, в главное меню. Ну... Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Кирилл, всем спасибо, всем пока!